Привет, друзья! Сегодня вас обучу среднему по сложности трюку Downside Fujian Tel Aviv. Я научился этому трюку примерно за минут 30. Для исполнения Downside Fujian Tel Aviv вы должны уметь обычный Fujian Tel Aviv. Также, если в вашем городе нет скейт-парка с нормальной наклонкой, или есть скейт-парк, но нет нормальной наклонки, то вы можете найти в стриту такой скат. Он очень облегчит ваше обучение. Итак, едете на средней скорости, заезжаете немного в алиуп, выпрыгиваем с бака и одним движением встаем на фуджем и одновременно закручиваемся телом и толкаем раму ногой. Ловим раму. Теперь расскажу, какие ошибки могут быть при изучении. Если вы встаете на фуджем, закручиваете раму и у вас байк вылетает вперед, значит вы просто недостаточно облокачиваетесь вперед. Также, возможно, вы столкнетесь с недокрутом рамы, возможно, с перекрутом, и это будет как бы неровный DC. Если у вас перекрут получается DC, вы неровно на 180 градусов ловите раму, значит вам нужно сильнее заезжать в алиуп, и тогда у вас все получится. Главное, больше практики, и вы научитесь любому трюку на BMX. Вам желаю удачи, и взамен попрошу подписаться на канал и поделиться с друзьями. Всем пока!